Последняя неделя уходящего года для молодых жителей Химок ознаменовалась важным событием. Ребята получили свои первые паспорта. Мероприятие важное, поэтому многие хотят надолго сохранить память об этом дне. Получают удостоверение личности и Анфиса Мацина. Девушка учится в лицее номер 7 и уже успела немного ознакомиться с правами и обязанностями, которые наступают по достижении 14 лет. Получать первый раз паспорт, я считаю, это такое большое событие. И я решила получить это в торжественной обстановке. У меня стало по закону больше возможностей и как-то более осознание, что скоро я стану взрослой. Ведь человек становится взрослее, тем он больше начинает осознавать свои поступки. В торжественной обстановке паспорта юным химчанам вручили глава округа Дмитрий Волошин и председатель Совета депутатов Александр Дринов. Любите свою родину, любите свой город, любите своих близких. И, самое важное, вы можете на нас рассчитывать, на администрацию. Вы теперь взрослые, вы теперь ответственные помощники ваших родителей. Удачи вам и всего самого хорошего. Напомним, что в рамках программы «Чуткая власть» глава муниципалитета дважды в месяц лично вручает паспорта юным жителям Химок. Вместе с документом школьники получают издание Конституции Российской Федерации.